На расслабоне с рэперами и женой. Джиган отметил день рождения. Джиган устроил масштабный праздник в честь дня рождения. На веселой вечеринке присутствовали чуть ли не все звезды российского шоу-бизнеса. Подходите, ребята, к сцене все! Все к сцене, кто остался здесь! Через людей! И... Джиган начал праздновать день рождения с самого утра. Сначала рэпера поздравили дочери, которые прочитали несколько стихотворений. Оксана Самойлова подарила супругу цепь с буквой G и изображением льва. Я знаю, что этот год был очень важным для тебя. И еще я знаю, что у тебя все получилось. Я хочу, чтобы так было всегда, чтобы все твои желания сбывались, цели достигались, мечты осуществлялись. Я горжусь тобой, поделилась эмоциями Оксана. Но, разумеется, домашними посиделками все ограничиться не могло. Вечером Оксана и Джиган отправились на вечеринку в пляжном стиле. Рэпер позаботился о том, чтобы праздник обрел максимально расслабленную атмосферу. Именно поэтому повсюду были расставлены гамаки и рассыпаны горы песка. Оксана не стала ограничивать мужа в его день рождения. Оксана не стала ограничивать мужа в его день рождения. Мероприятие не смогли пропустить друзья рэпера, среди которых были замечены Тимати, Илья Прусикин, Ильдар Джарахов и многие другие. Егор Крид тоже присутствовал на празднике и даже дал небольшой концерт. Он исполнил несколько новых композиций, и все присутствующие с удовольствием подпевали музыканту. Разумеется, Джиган получил десятки ценных подарков. Чаще всего друзья преподносили ему брендовую одежду и драгоценности. Ну а закончился вечер выносом торта и салютом. Был в форме боксерской груши и произвел настоящий фурор.
мы знаем, как ты пьешь. И как ты пьешь. Что? Три, да? Давай. Давайте поддержим двоечку. Тихонечко. Вот, и любви. Давай, как раз. Раз, два, три, давай! И не понял, что мы просто ловим так. Просто понял, спокойно, только так. Но не более ты заходишь и вот так. Не узнать вас больше. Мы знаем, как ты бьешь. И как ты пьешь? Что? Три, да? Давай. Давайте поддержим двоечку. Вот сюда, вот сюда. Тихонечко. Давай. Там Саратов. Раз, два, три, давай. Сам Джиган весь вечер делился в соцсетях фото и видео с праздника. Артист вовсю шутил с друзьями и выглядел очень счастливым. Позже он поблагодарил всех тех, кто смог разделить с ним личный праздник. Пока на чили, на расслабоне, можно легко хуярить, качаться. Пока что чил и днюха, пацаны, а также мы сегодня снимаем клип. Снюхай, бро! Спасибо, спасибо, брат. Жига, брат мой, я тебя поздравляю. А я всю дорогу на чили, брат. Я тебя люблю вообще, обладаю. Спасибо.
для тебя. Если ты еще не понял, мы все тут на расслабоне. Желаю всего доброго. И пошли на сцену. Самое главное — здоровье. Давай. 3, 2, 1.
блядь. Привет! Ну что, поздравляем тебя с днем рождения! Это тебе! Счастья, здоровья! Оксана, ничего личного! Хуярик, стой, я, блядь, куда же, блядь, пиздец. Да.